День Конституции Российской Федерации, который отмечается ежегодно 12 декабря, одна из значимых памятных дат российского государства. Главный документ страны был принят именно в этот день, в 1993 году, всенародным голосованием. Полный текст Конституции был опубликован в российской газете 25 декабря того же года. С 1994 года, согласно указу президента России, 12 декабря был объявлен государственным праздником. Конституция, основной закон государства, является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. Со времени первого принятия Конституции в документ был внесен ряд поправок, которые так или иначе были продиктованы временем. Вообще там где-то 205 поправок, 41 статья изменена, 5 или 6, о, видите, уже начинаю забывать, новых статей, приморских статей появилось. Предложения, вы знаете, как формировались? Предложения формировались, ну, не так вот, что там кто-то один выдвинул это предложение, и вот никто другой. Ну, на моей памяти два есть предложения, которые реально никто не озвучил, и вдруг они всплыли. Во-первых, самое первое предложение, вы, артист такой Калягин есть, наверное, знаете, да? Вот он выступил, он был тоже членом рабочей группы, он выступил и сказал... Вы знаете, в Конституции не отражена культура. Надо обязательно записать культуру. Вся рабочая группа, да, правильно. И единогласно проголосовали за культуру, конечно. Кто против, чтобы государство, так скажем, способствовало развитию культуры Российской Федерации. В конце 1990-х годов Российская Конституция пережила по меньшей мере два политических кризиса, из которых вышла с честью и достоинством. Ей предшествовали принятые в 1918 году Конституция РСФСР и первая Конституция Союза Советских Социалистических Республик, принятая в 1924 году и закрепившая победу социализма на советском пространстве. В течение 10 с лишним лет День Конституции является официальным выходным. Однако в декабре 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации, изменяющий праздничный календарь России. Закон предусматривает отмену выходного дня в День Конституции, а сам праздник в июле 2005 года причислен к памятным датам России. Вы понимаете, должна быть точка отсчета, точка опоры. Должно быть ясное понимание того, кто мы, что мы, куда мы движемся, какие основные правила у нас игры и так далее. Вот. И, строго говоря, вот именно эта точка отсчета развития нашего, так сказать, общества, она закрепляется в Конституции. Несмотря на это, 12 декабря по всей стране проходят различные мероприятия в честь главного закона государства. Особенно много их проводится в образовательных и культурных учреждениях российских городов. Уроки правоведения, круглые столы, тематические презентации и выставки, праздничные концерты, массовые акции и многое другое. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Новости.